Йоу, всем привет, друзья, с вами Кидрозусим. Сегодня, будет челлендж, наконец-то, на моем канале. Москва челлендж, будет третье видео. Да. Сегодня я вам буду показывать... Пока я буду показывать отрывок из демо-версии моего клипа. Не клипа даже, а песни пока. Я ее даже еще не доделал. Особое спасибо Hellfly'у. Да, ссылочку на его канал я буду оставлять в описании. Подождите, подождите, мюзик. Бла-бла-бла. Так вот. Подождите. Начало. Это пока все, ребят. Это демо, даже трек, отрывки из моего демо-трека я вам показал, вот. Чтобы скоро, потому что выйдет вторая мюзика. Может быть, с клипом на моем канале, третьем. Ссылочку на него тоже я оставлю в описании. Спияж, да? Подожди. Да. Вот. И... Нам надо пройти на А10 до 10 волны. То есть я это должен сделать за 10 минут. 10 волн... Да, 10 волн... И время пошло, в принципе, уже давно. Я начала это видео. Окей. Мы должны пройти. Что если я не пройду, то я буду нубом по этой игре. Ссылочку на нее я оставлю в описании. Окей. Давай. На нем сложно реально играть, ребят. Особенно одной рукой. Да, одной рукой. Да, блин. Да, минус. Вторая волна уже. Вторая волна. Третья волна, точнее, уже, да? Тихо. Минус. 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 Четвертая волна. Четвертая волна, это хорошо. Это вообще возможно, вообще не надо. Жестоко ребят со мной поступают. Все-таки это Советский Союз. Это Россия мне платит. Но это всего лишь игра. Волна пятая уже, ребят. Окей, волна пятая. Почему я закричал? Снялька только те, которые видели, где я нахожусь. Нет, блин, как так-то вообще? У меня остался последний шанс. Волна пятая, ребят. У меня есть только две попытки. Точнее, пока не будет 10 минут. Четыре минуты пока прошло. Надо торопиться. Ой, сколько тут машин. Минус одна. Нет, тихо. О, нет, самолет русский. Это русский самолет. Самый сильный самолет в этой игре. Самое сильное, что меня может убить, ребята. Так.
На седьмой волне, ребят, на седьмой. Быстрей. 4 минуты пока. Окей. У меня есть попытки, пока не наступит 10 минут. Если я 10 минут не успею, то я проиграл. И нубом буду, и дебилом буду, и всем буду. Всем плохим буду. Окей, ладно. Вторая волна. Вторая. Не третья. Но вторая. Не третья, но вторая. Мировая. Окей. Англия. Англия. За кого я еще играю? Это военный, это какой? Это США? Или что это? Тихо-тихо. Жди, подожди. Воу! Трипл килл. Круто. Как это, что тут нет защищения, типа, трипл килл. Нет, не надо на меня. Эй. Использовал все-таки. Нет. Да куда ты рулишь? Ай! Я ненавижу тебя! Извини за это, как я стрелялась. Чё, у меня ноль? Нет, нет, нет. Пик-пик. Я вижу пик-пик. Сколько там времени? 7 минут уже, блин! Только пятая волна? Не хана. Я, походу, останусь на нём. Мне осталось всего лишь 2 попытки еще. И 7, и 2 минуты. Ну, 3, ну, в принципе, 2. Уже, мне кажется, 2 минуты осталось. Было бы лучше, если бы я установил таймер. Все. Одна попытка, ребят, осталась. О, тихо, 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 тихо. Тихо, алло. Пик. 6-я волна, 7-я волна, волна 7. А чё вы все на меня? Алло? Нет. Все, ребят, ну это уже бессмысленно продолжать. Я уже пробаться не успею. Блин. Все, ребят. Да? Можно не продолжать, меня спасет только... О, вообще чудо. Глюки, баги. Но тут нет таких багов. Поэтому меня ничего не спасет уже сейчас. Ничего меня, наверное, не спасет. Это, походу, будет первый челлендж, который я проводу. Это уже бессмысленно, знаешь. Это все равно, что быть в пиле, в фильме «Пила». Все твои действия почти бессмысленны. Тебя спасет только почти твое чудо. Окей, ребят, я... Короче, проиграл. Все. Короче, я специально вам отключил и проиграл, потому что вы видели доказательства, я был сегодня на 2-й волне, и я проиграл. Ну, продолжать не имеет смысла, в принципе, все равно я уже проиграл. Я
Лох. Да, я лох. Я. Лох. С покерфейсом. Кружочки. Я лох. И поэтому я делаю себе синий экран смерти. Поэтому я его делаю. Что не делается он? А, в этом приложении же убрали баги, точно. В приложении Do Recorder убрали баги, так что... Все, я уже проиграл, ребят, так что... ребят, я проиграл, я, ну, по игре Atomic Bomber, я почти выиграл, был на седьмой волне, и... И как лох. Как лох, два раза на седьмой волне проиграл. Зато я на 166-м месте, ребят. Ой, мое место уже заняли, ребят, даже. Прикиньте. Я на 166-м месте опять! Да. И мое опять место заняли. Что такое-то происходит? Ладно, ребят, ну, с вами был Никита 8. Вы были на канале Москва Челлендж. Я проиграл этот челлендж. Я лох. Но... Все равно я не разочаровываюсь, буду делать видео на этом канале, так что я надеюсь, всем понравилось, всем удачи, всем пока!